Здравствуйте, друзья! Сейчас будем производить обломку зеленых побегов. Сорт технически называется Бианка, белый сорт. Вот смотрите, его в этом году не укрывали. То есть вот эта подвязка осталась с прошлого года, как он рос. Ну, понятно, обрезалась прошлогодняя лоза, укорачивалась, вырезалась. Тут все необходимые операции были сделаны. Теперь у нас наступил этап обломки. Вот, если вы видите, он очень интенсивно образовывает побеги. Сейчас возьмем ведерко. Вот, например, смотрите. Начинаем удалять то, что нам не нравится. Тут сильно много их. Вот этот может, в принципе, брать. Так, вставляем. Вот. Вот такие можно, в принципе, выламывать сразу. Так. Такие. То есть выламываем сразу тройники, двойники и вот такие вот недоразвитые побеги. Вам будет легче. Вы выломали сначала маленькие побеги, например. Ну вот видите, побег мощный, да, выломали. Потом у вас уже поле, так сказать, фронт работ уже более становится такой видимый, легче тогда уже продолжать. То есть вот, например, два побега, да, вы видите, два побега, да, удалили. Вот так бегло пробежали, вот два побега, удалили. Бежите так, вот так, маленькие побеги, пошли вот у основания, пошли, 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 перемещаетесь, вот, вот, удалили. Чтобы солнце проходило, вот два побега оставили помощнее, этот убрали, выломали, 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 вот этот убрали, вот это не надо, вот так вот у основания, тут где, так сказать, крестовины, я убираю это дело, это не нужно, вот бухлый побег, видите какой, ну сравните себе побеги. Почему в таком вот состоянии мы выламываем предварительно, когда их 2-3, то есть это уже... Предварительно я выламывал недели где-то полторы-две назад. Но в таком состоянии не видно, есть ли цвет, нет. Когда у вас два вот таких побега, например, с почки, вот их, например, два одинаковых, и цвета не видно, допустим, они вот такие, какой выламывать. А через время, когда они подросли чуть-чуть, вы видите, на этом цвета, например, нет, а на этом есть. Вы этот оставили, этот выломали. Все очень просто. Вот. Проредили. Я уже в предыдущем видео говорил, это предварительная обломка, потому что потом еще спешить не надо, бывает всякое. Бывали случаи, когда и град был, и сильный какой-то ветер, поэтому надо всегда оставлять чуть-чуть больше побегов, их всегда можно выломать. Этот виноград очень сильно формирует, сильно растущий, как сказать, он... Не сильно рослый, но он, как сказать, формирует очень... Побегообразование у него высокое. Поэтому тут можно, в принципе, ломать, не стесняться. Так, вот с нижней части куста тут вообще, вон, тут у нас просто особенности двора, тут будка, поэтому не обращайте внимания, тут слегка затененная. Так, вот это снизу обломать сразу все. Если тут уже предварительно выламывал. Вот такой виноград, что он пускает снизу почки, пускает. У него очень сильный такой виноград. Если, как вы видите, он выдерживает морозы даже. То есть я его укрывал первых лет, наверное, 7, наверное. А это решил не укрывать, проверить. Так, но он очень довольно-таки себя неплохо повел. Я переживал, что он замерзнет. Так, вот этот какой-то маленький. Вот это убираем, вот это убираем. Вот это убираем, берем здесь, ну вот это, с нижней части куста можно, в принципе, все поубирать, по большому счету. Тут оно, рядом вот забор, оно сильно низко, тут нужно вообще убрать. Так, это убрать, вот недоразвитые, видите, вот, например, у основания, они вот эти оба не нужны, вот убираете сразу. Если вот у вас идет какая-то крестовина или вот одна лоза, позапрошлогодняя, это прошлогодняя,
с этого места. Это вам не надо. Вот смотрите, два побега убрали. Вот, недоразвитый какой-то убрал. Это не надо. Крона должна проветриваться. То есть вы делаете вот так. Вот видишь, вот сюда он поснимает. Вот смотрите, какой побег, и уже с цветком. И вот с цветком, какая высокая у него способность к воспроизводству. Вот это обломались, нижняя часть. И вот смотрите. Вот тут есть где разогнаться. Это хороший пример для того, чтобы, так сказать. Так, ну тут дальше вот тонкий. Тут у основания один побег. Тогда выломаем вот этот маленький. Он недоразвитый какой-то. Так. Вот этот уберем. Вот этот уберем. А ну сюда. Так вот. Убираем. Вот этот оставляем. Вот этот, наверное, уберем. Вообще побег пускай по них остается. Сюда. Вот этого берем. Так. Так, так, так. Что тут еще? Ну вот смотрите, пожалуйста. Вот, например. Смотрите, какой побег. То есть. Ну, враг. Эх, видите, как неосторожно. И хороший побег. Не успел взяться, а он выломался. Видите? В чем особенность? Они очень хрупкие, эти побеги, поэтому их нужно начинать подвязывать будет скоро. Так, продолжаем выломку. Обломку, как там ее называют еще. Так, что тут? Это основание уберем. Это уберем. Вот. Таким образом это убрать. Это уже, в принципе, нормировка считается, потому что вот видите, побегов идет раз, два, три подряд, и все хорошие, все красивые, да, ах, и все оставить же хочется, да. Ну тут вот возьмем посередине, например, вот этот уберем, ставим вот этот, тут хороший он, хоть и с нижней части идет, но это вертикальная подвязка, поэтому тут, честно говоря, вот этот помощнее. Можно вот этот оставить хороший. Вот этот убрать. Все. Вот этот будет, вот этот, вот этот. Так, поехали дальше. Здесь я уже чуть-чуть прорвал. Тут убрать. Вот этот убрать. Ну что тут? Ну. Видите, вот много побегов здесь. Надо прореживать. Еще будет прореживаться потом. Хорошо. Здесь вот у нас побег. Вот, масенький раз. Вот еще. Вот убрать. Здесь. Убрали, убрали. Вот три штуки было, два убрали. Вот, посмотрите, сколько винограда. Побега, точнее. С одного куста. Нет. Ну, в принципе, мне нравится. По большому счету, можно, конечно, какие-то побеги еще посмотреть. Вот тут мы пропустили вот еще. То есть возвращайтесь, не стесняйтесь. Вернулись, посмотрели. Ага, вот не доломали, да? Вот. Например, этот больше как вверх. Этот взяли, убрали. Здесь вот смотрите, вот. Вот смотрите, какой тонкий. И цвета на нем не оказалось даже. Вот, убрали. Все, предварительно оставили. Прошла неделя, подошли, посмотрели, что-то не нравится. Загущается там, 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 выломали. То есть, принцип такой. Вот дальше кусочек сместить. Это вот ливадийский черный, видите уже? Видите, вот он предварительно был уже выломан. Вот. Это уже где-то недели полторы назад я его выламывал. То есть, вот мы подошли, конкретный пример. Мы там вот выломали, вот прошло полторы недели, смотрите, да? Вот они были побеги, смотрите, вот пошел, смотрите, да? А вот не пошел, видите, рядом. Ну, взяли его так, убрали. Вот, смотрите, стрельнул еще один, его не было, вот, смотрите. То есть рост продолжается, убрали, вот, смотрите, верхний, неперспективный, убрали. Смотрите сюда, вот. Это вот за неделю отрос. Убрали. То есть здесь, смотрите, их насыщенно чересчур. Вот один мощный, смотрите, две грозди, этот как бы тоже ничего, неплохой. Вот это мне не нравится, например, дохлый, убрали. Здесь, смотрите, две грозди какие шикарные будут, здесь две грозди. Ливадийский черный, это тоже технический сорт. Это черный, черный сорт. Так. Вот сейчас заодно вам покажем на примере другого сорта винограда, как через время это делается.
Ну, в принципе, смотрите, один побег, второй побег. Вот, например, этот поменьше, но хороший. Ну, зачем нам тут три? Взяли и убрали. Вот, смотрите, один подвяжем, второй. Вот, убрали. Так, здесь. Ну, какой-то дохловатенький вот этот внутрь идет, мне не нравится. Вот, убрали его, видите? Этот, ну, под вопросом, пускай пока будет. Вот, хороший. Смотрите, какие перспективные вот есть. Смотрите, какие грозди будут. Это шикарный вообще виноград. Вот. Ну, например, этот нам понравился, этот не нравится. Вот смотрите, вот этот взяли, убрали он. Смотрите, как-то не сильный какой-то такой по росту. Вот этот, например, видите, он не перспективный. Ну, зачем вот эту почку убрать? Росточек. Так, здесь. Ну, оставили вот этот один, смотрите. То есть какое преимущество? Вот этот вам нравится или этот? Я думаю, вот этот больше нравится, да? Значит, этот не подходит нам. Убрали. Все. Здесь. Здесь пока ладно. Может, что-то какой-то один уберется. Поехали дальше. Вот этот у основания я бы убрал бы, конечно. Тут сильно загущено. Вот здесь вот надо убрать. А тут, смотрите, хорошие идут. Ну, эти близковато два. Мы сделаем проще этот, более сильный, смотрите, этот дохлый. Мы этот уберем, а этот направим туда просто. Ничего страшного, что они не растут прям там, как вот на картинке прям. А, здесь, видите, что-то он растет. Что это такое? Убрать. Так, вот это. Ну, так. Этот оставим, этот уберем, пока мне сильно много просто. И так дальше. Вот это что, оставлять? Можно оставить. Ну, ладно. Здесь раз, два, сильно часто. Видите, раз, два, куда? Убрали, оставили. То есть этот под вопросом, может, уберем потом в дальнейшем. Так, это вот одна сторона, одна плоскость шпалеры. Обработали. Пошли. Вторая плоскость. Подошли, смотрим, что здесь. Вон, что-то уже стрельнуло, видите? Убрать. Что это такое? Не знаю, убрать. Вот тут два растет. Ну, один оставить, один убрать. Пускай. Так. Так, это убрать. Все убрать, чтобы не занимало соки, так сказать. Вот, смотрите, пропустили, с той стороны стояли, не видно. Вот, например, побег мощный, видите? А вот рядом с ним, смотрите, с основания, с этого же, оп, убрали, видите? Вот уже пошли и пасынки. Оп, листик оставили. Так, здесь, вот, ну куда, много. Мы оцениваем, оцениваем лозу. Раз, два, три побега. Куда? Это можно убрать. Это убрать, это убрать. Все. Здесь. Ну, вроде ничего, смотрим, оценим. Вот смотрите, здесь, видите, вот, вымахало, вот оставлял. Вот, смотрите, оставили один. Убрали. Так, здесь. Ну, пока смотрим. Потом еще можно будет, конечно, это все дело. Здесь. Убрали, убрали, убрали. Этот хороший, вот этот более убрали. Вот, смотрите, с нижней стороны. Но если вертикальная ветка, то с нижней, конечно, уже не надо будет. Вот тоже убрали, убрали. Смотрите, вот это убрать. Все. Так, ребята, ну вот так вкратце об обломке. Вот побеги, смотрите, красиво лежат. Все тут. Будет под проволоку подвязываться все это дело. Вот, все по фэншую, все по красивому. Тут у нас в середине проволока есть, мы туда будем наклонять. И на эти проволоки. Дополнительно какие-то проволоки подвяжем. Так, в принципе, мне нравится. Вот. Если так посмотреть, вот это вот примерно его, так сказать, количество гроздей, которые для данного куста этого вот возраста, которые вызреют, будет сладкий, будет отличное вино с него. То есть больше не надо, а если больше, оно будет просто кислое. Вот. На этом все. Вот такой результат вот с двух кустов, грубо говоря, у нас обломки кустов. Вот. Если теперь обзор показать, один куст, второй куст, то, в принципе, вот видно его, да, что он стал более такой уже прореженный, красивый.